Сначала была PlayStation, она же PS1, затем PS2, PS3, и вот теперь вышла PS4, все логично. И казалось бы, после Xbox должна быть Xbox 2, но нет, следом появилась Xbox 360. И теперь после 360 выходит Xbox 1. Почему один? Наверное, это количество секунд, потраченное на придумывание названия. Достань, пожалуйста, масло. Тем не менее, с Xbox One я могу контролировать весь мой медиа-центр голосовыми командами. До этого момента мне приходилось использовать Леонардо. Ну, значит, и покупай ее. Можно масло. Погоди-ка. У меня ощущение, что ты не воспринимаешь эту дилемму всерьез. Хорошо, Шелдон. Я вся внимание. Отлично. У PlayStation 4 более четкие и гладкие линии. Не может быть! Так и есть. Но больший размер Xbox One, возможно, предотвратит перегревание. Ну да, кто же захочет, чтобы игровая приставка перегрелась? Вот именно, никто не захочет. Плюс ко всему этому к Xbox One прилагается Kinect. Прилагается? Именно прилагается. А не продается отдельно. Но при этом PlayStation 4 использует новую память GDDR5 RAM, тогда как Xbox One до сих пор пользуется старомодной DDR3. До сих пор используют DDR3? Совсем дураки, что ли? Ты прямо мои мысли читаешь. Но при этом они взяли и добавили ESRAM буфер. Секундочку. Кто они? Xbox. Шутишь? Нисколечки. И этот ESRAM буфер, по идее, должен полностью компенсировать ту самую разницу в 100 гигабит в секунду между этими типами памяти. И правда, и как же тебя выбрать-то? Вот и я не знаю. Что же мне делать? Передать мне масло!